напрягли экономическую обстановку вот эти хождения по улицам, так называемые акции, митинги, никто же деньги из них не считает. Социально гарантированный уровень соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы должен стремиться к 50%. Пенсии – это святое. 40%, чего бы нам ни стоило, мы должны пенсии держать в стране от уровня заработной платы. Совместно с платформой «Голос» мы начинаем новый проект «Давайте разберемся», где будем объяснять, как вам преподносят события в стране с экранов телевизоров и как есть на самом деле. Обещаем быть объективными, непредвзятыми и опираться только на факты. Ну а вы думайте и делайте выводы. Сегодня поговорим о пенсиях, откуда они берутся, кто их платит и почему могут перестать платить. Почти каждый день телевидение пугает вас, мол, если власть сменится, Александр Лукашенко уйдет, то кто же будет платить пенсии? Но на самом ли деле выплата пенсии идет из кармана конкретного человека? Чтобы разобраться, посмотрим, что об этом говорит закон. В статье 5 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении сказано: правом на пенсию обладают люди, которые уплачивали страховые взносы самостоятельно или через работодателей в бюджет Фонда социальной защиты населения. Это значит, ваша пенсия зависит от вашего трудового стажа, среднемесячного заработка и уплаты страховых взносов. И абсолютно не зависит ни от одной политической силы или политического лица. Далее выплаты трудовых пенсий идут из бюджета Фонда соцзащиты. На официальном сайте фонда сказано, что его бюджет формируется из денег, которые выплачивают работодатели и индивидуальные предприниматели. Эти взносы являются обязательными, и основная часть выплат в этот фонд поступает от частного бизнеса. При этом количество трудоспособного населения с каждым годом сокращается, их доходы падают, и денег, которые поступают в Фонд соцзащиты, попросту не хватает. Поэтому власти начали повышать пенсионный возраст, чтобы претендентов на получение пенсии было меньше. Так, уже в 2022 году мужчины будут выходить на пенсию в 63 года. И это с учетом того, что средняя продолжительность жизни в Беларуси составляет 64 года. Получается, что по логике властей, человеку, который работал всю жизнь, достаточно всего пары лет, чтобы отдохнуть. Еще один способ, как получить недостающее количество денег для выплаты пенсии, это увеличить суммы взносов. И руководство страны уже работает над этим вариантом. Но к чему он приведет? Предприниматели начнут ликвидировать бизнесы, потому что не смогут работать себе в минус из-за больших взносов. Результат – все тоже неизбежное уменьшение денег в фонде соцзащиты. Сейчас трудоспособное население сокращается в первую очередь из-за глубокого политического и экономического кризиса. Сегодня большинство стран мира не признают Лукашенко законным президентом, поэтому и иностранные компании не хотят сотрудничать с нашей страной. Как результат, денег из-за рубежа поступает значительно меньше. Такие государственные предприятия, как МТЗ, БМЗ, Мотовело, Горизонт и другие, убыточны или близки к банкротству. Поэтому они мало того, что не пополняют бюджет, но и требуют господдержки на свое существование. Многие белорусы вынуждены уезжать за границу из-за преследований по политическим мотивам. Закрываются компании, владельцы которых придерживаются иных политических взглядов. Одним из основных двигателей экономики в последние годы выступала IT-отрасль. В декабре 2020 года эксперты Берек опросили 315 IT-компаний, и оказалось, что почти 50% из них планируют переезд в другие страны. А многие компании, которые выплачивали большие суммы денег в фонд соцзащиты, уже уехали из Беларуси. А значит, эти люди больше не будут уплачивать взносы в фонд социального страхования, и бюджет фонда продолжит сокращаться, что опять же приведет к уменьшению пенсий или очередному повышению пенсионного возраста. Когда мы говорим о сокращении пенсий, мы имеем в виду не их натуральную величину, а соотношение с ценами в магазинах. Государство может делать незначительные надбавки к вашей пенсии, но цены на продукты и потребительские товары растут гораздо быстрее. Вспомним о повышении цен на лекарства в январе 2021 года. Пенсионеры начали жаловаться, что их лекарство обходится в 150 рублей каждый месяц при пенсии в 261 рубль. Именно такой минимальный размер пенсии в Беларуси с ноября 2020 года. Получается, на жизнь остается 100 с небольшим рублей, что меньше 40 долларов США. Есть ли выход?
Да, если законность в нашей стране восстановится, если власть сменится на демократичную и современную, то улучшатся условия для работы и ведения бизнеса, а значит, сначала нормализуется, а в перспективе и увеличится поступление в фонд соцзащиты. А пока давайте посмотрим, как благодарят своих пенсионеров за многолетний труд соседние государства. В отличие от белорусских пенсионеров, европейские живут объективно достойнее. В Литве в 2021 году средняя пенсия по возрасту составляет 428 евро, а в Польше средняя пенсия превышает 500 евро. Средняя пенсия в Финляндии составляет 1200-1500 евро в месяц. На эти деньги финские пенсионеры покупают деликатесы, ходят в фитнес-центры, отдыхают за границей 3-4 раза в год, могут позволить себе качественную медицину и хорошие санатории. Во Франции средняя пенсия по стране превышает 1500 евро в месяц. Аналогичная ситуация и в других демократических государствах – Дании, Германии, Нидерландах, Италии и Великобритании. Разница с Беларусью объясняется тем, что руководство соседних стран соблюдает закон и не внушает гражданам мысль, что пенсия – это подарок или благотворительность со стороны политиков. Запомните, пенсия – это законный возврат человеку того вклада в развитие страны и тех взносов в бюджет фонда, которые он делал за годы своей работы. То есть свое время вы точно так же пополняли фонд соцзащиты из своей зарплаты и обеспечивали выплату пенсии другим людям. Подведем итоги. Человек работает и уплачивает взносы в фонд социальной защиты населения. Эти деньги идут на выплаты пенсий. Когда человек выходит на пенсию, он получает выплаты из взносов трудоспособного населения. Пенсионные выплаты зависят от количества работающих людей, а не от конкретного человека или государственного органа. Пенсия – это выплата, которую вы заработали за годы своей трудовой деятельности, и точно не подарок от государства. Вот и все. Теперь вы понимаете, что персонально Александр Лукашенко в этой цепочке отсутствует, но все же он влияет на то, как живут белорусские пенсионеры. Его жесткая политика и неприятие других политических взглядов вынуждают людей уезжать, из-за чего сокращаются взносы в фонд соцзащиты, и пенсионерам остается меньше денег на выплату пенсий. Зависит от него и то, что вместо грамотных реформ пенсионной системы он продолжает повышать пенсионный возраст. Формирование бюджета, из которого выплачиваются пенсии, он, как мы с вами видим, не участвуют. Отправьте это видео всем знакомым. Давайте вместе разбираться, что происходит.